Прогулки до рассвета, фотографии на памяти, море цветов. Одиннадцатиклассники прощаются со школой. По всей стране проходят выпускные балы. Юноши и девушки принимают поздравления от учителей, родителей, чиновников. В Астане торжественная часть мероприятия прошла на площади у монумента Казах-Еля. Подробнее о том, как проходил праздник беззаботной юности, расскажет моя коллега Марина Шаповалова. Здесь на площади монумента Казах-Еле собрались столичные школьники. Для них организовали яркую шоу-программу. На сцене поют артисты, звучат поздравления. Но отмечу, что в центре внимания особенно 111 выпускников. На протяжении всех школьных лет они учились на одни пятерки, за что и удостоились нагрудных знаков Алтынбелге. Отличников учебы поздравил и наградил лично аким столицы. Вы как отличники учебы получаете свой первый документ об образовании с нагрудным знаком Алтынбелге. Если в прошлом году по результатам тестирования было 94 выпускника, то сегодня вас уже 111. Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Это начало нового этапа в вашей жизни. Вы вступаете в взрослый самостоятельный мир. Мы по праву гордимся вами. Эта медаль для меня очень много значит. Я очень-очень счастлива, что получила ее, потому что к этому достижению я шла 11 лет, очень упорно трудилась, и, наконец, настал этот день. Юноши и девушки вспоминают школьные годы, строят планы на будущее и обещают не забывать друг друга. Пожалуй, для выпускников это один из волнительных и трогательных вечеров перед шагом во взрослую жизнь. Этого дня они ждали, и он навсегда останется в их памяти. Конечно, жалко, что теперь будем реже видеться, но... Мы постараемся, конечно, почаще встречаться, собираться. У нас есть цель собраться через 10 лет уже обеспеченными со всеми дотатками и похвалиться, кто чего достиг. Выпускной – это еще и парад нарядов, от коктейльных до пышных бальных. На поиски того самого платья признавались девушки, уходили месяцы. И все это ради того, чтобы в этот день быть самой неотразимой. В этом году как таковых запретов на проведение выпускных нет, поэтому с этой площади выпускники отправятся в рестораны и в кафе, где уже продолжат принимать поздравления от родителей и учителей. Ну и по традиции всем классам отправятся встречать рассвет. Марина Шаповалова, Бахтияр Заев, 24 ОГЗ.